Шокирующая трагедия в Актау. Там 38-летний мужчина покончил с собой, но перед этим повесил своих троих детей. Младшему сыну не было и года. В полиции считают, что мужчина пошел на страшный шаг из-за ссоры супруга и предстоящего развода. А по словам соседей, это была обычная семья. Пара работала в пекарне. Нормальные соседи, как соседи. Дети, муж, жена. Не знаю, кто из них работал, на машине ездили. Недели у меня не было, как бы здесь. Я вот сегодня приехала первый день. И для меня, конечно, это шок. Очевидцы рассказали, что заподозрил неладный сосед. Его привлек силуэт ребенка в окне без движения. Прибывшие на место полицейские разбили стекло. Войдя в квартиру, они обнаружили повешенными на бельевой веревке троих детей, 8 и 5 лет, а также 8-месячного малыша. Рядом висел их отец. На версию о роковой ссоре следователи натолкнуло предсмертное аудиосообщение мужчины. В ходе проверки установлена аудиозапись, отправленная гражданином Б, своей супруге, гражданке Д, где говорит ей, что собирается умереть и вместе с собой заберет своих детей. Выяснилось, что данный инцидент произошел на почве семейного конфликта. Указанные лица собрались развестись. Оба супруга имели постоянное место работы. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мунайлинского района по статье 99 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Иная информация в интересах следствия не разглашается.